сидим дома, наверное, чаще, если прям совсем не ясно. А так ходим, у меня маленький ребенок, ну как, 10 лет ей, поэтому ходим на все ее дополнительные занятия, в субботу, воскресенье. Дома проводим, по всем занятиям, кружкам ездим, готовим, смотрим фильмы. Мы ездим на дачу и сидим дома. Готовим блины, жарим, да? Дождь я обожаю, но дождь просто дома вечером. В основном дома мне нас на погоду. Мы в основном уроки делаем. Мы фильмы смотрим с семьей, гуляем, свежим воздухом дышим. Вот дождливую погоду не люблю. Дома готовим, да, я очень хороший кулинар, хорошо готовлю, ну да, с племянницей готовим, печем.